Давайте. Смелее. Ответим. Пожалуйста. Нет, тут и неожиданности не было. Они, во-первых, играют так. Но я бы не сказал то, что это дало какое-то преимущество, и что это были моменты. В какой-то мере мы специально отдали это преимущество им. А то мы имели свои, можно сказать, плюсы в центральной зоне. Он игрок основного состава, и поэтому он выходит сейчас. Есть еще игроки, которые могут выйти в следующей игре. На мой взгляд, надо еще посмотреть статистику и так далее. Он достаточно неплохо играет в оборонительных действиях. Я до этого не говорил, но ему нужно, наверное, какой-то, наверное, памятник не надо ставить. Он играет с переломанным ребром. Поэтому он не играл тот матч. Но каждую игру он говорит, что я готов играть. Но я не готов его поставить сразу, потому что это чревато определенным последствиям для его здоровья. Позиционные атаки есть большие трудности у всех команд в мире, не только у «Локомотива». Та группа команд, которая хорошо обороняется, и очень сложно, должно очень сложно взломать эту оборону, потому что должны быть достаточно тонкие игроки, которые могут на маленьком пространстве обыграть, на маленьком пространстве принять более правильное решение или быстро пробить. Но у нас не совсем получается. Но мы свое потеряли в сегодняшнем матче, мы свое потеряли в первом тайме. Мы три момента, которые, три выхода один на один надо забивать. А Ахмат хорошая команда, которая хорошо сбалансирована, хорошо играла в обороне. Не забив эти три мяча, они получили определенную уверенность, стимул какой-то. То, что игра идет по их правилам. Этот момент последний, тоже вратарь выручил. Сегодня был не наш день.